Ты осмелился взорвать мой вулкан? Куик-куик! Давай посмотрим, сможешь ли ты гоняться так же хорошо, как уничтожать вещи. Куик-куик! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в Duck Life 4. И послушайте эту суровую музыку. Она означает, что мы приближаемся к самой экстремальной части игры, к ее завершению, к ее финалу, который, скорее всего, будет зубодробительно сложным. Посмотрите, что нам говорят эти ублюдки. Нет. Вот кто-то из них я клацнул, и он мне такое сказал, что мне очень понравилось. Уровень 120, забирание на скалу или выше. Только так и никак иначе. А у меня, если я не ошибаюсь, сейчас посмотрим. А у меня уровень забирания 103. Мне немножко не хватает, согласитесь. И помимо этого, я обращаю ваше внимание на то, что у нас вот здесь вот в глейсере осталась еще недобитая уточка, которая хочет гонять исключительно с той уткой, у которой ноль, мать его, навыков в полетах. Поэтому что нам остается, ребята? Нам остается сейчас пойти на вулкан, взять яйцо. Давай, вулкан. Ну, вулкан, вот, яйцо. Смотрите, тут яйца самые дорогие, я не знаю, чем они лучше, но чем-то, наверное, лучше. Короче, все по 700. Все по 700, и давайте возьмем расцветку, которая нам понравится больше всего. По-моему, вот это достаточно неплохая. Покупаем. Как тебя назвать? Дукайн. Дукайн. Декальт и Дукайн. Как оно звучит? Ну, неплохо, в принципе. Но мне кажется, такое название поприкольнее. Мирная утка. Peace duck. Peace по-английски мир. Поэтому, если вы что-то там подумали, вот вы вот это вот смотрите мне. Вы очень пошлые люди, на самом деле. Я хочу... Наконец-то в эту игру, в которой дух соревновательности просто опережает все и вся, в которой все так злобно настроены друг против друга, все хотят друг друга победить, я хочу внести в нее немножко мира. Поэтому вот моя peace duck, моя замечательная мирная утка. К сожалению, я не могу правильно написать слово duck, потому что здесь максимум 8 символов для имени. Ну, короче, вот, мой маленький красно-желтенький пиздак... О, господи, что ж ты делаешь? Мой маленький красно-желтенький пиздак сейчас... смотрите, он тоже. Они теперь вдвоем ходят. Декальт и пиздак. Замечательно, очаровательно. Он сейчас будет, во-первых, что делать? Во-первых, он будет прокачиваться. Давай! А чё это? Чё он такой медленный? Пиздак, чё ты такой медленный, объясни мне. Давай, жри. Ты, декальт, отойди. Это для пиздака. Это все будет кушать только он, исключительно... Я не понимаю, от тебя игра тормозит, пиздакушка. Ты почему? Объясни мне, почему от тебя игра тормозит, я понять не могу. Ты как вообще... Ладно, давай, давай вот так. Тихо, давай, в сторону. Вот сюда. Тебя конкретно ж можно вот так вот, да? Так, давай, энергию. Еще энергию. Ты вообще отойди, декаль. Ты вообще отойди куда подальше. Не знаю, тормозит игра и все. Тормозит игра именно вот когда две утки. Это как объяснить, я не понимаю. Можно подумать, тут такие прям жесткие системные требования. Давай, жри еще. Уже смотрите, уже деньги все потратим, уже накормим его как следует. И теперь вот мы его накормили, и давайте... Ой, не туда. Давайте посмотрим, что вообще в этой гонке будет происходить. Старт рейс. Так, понеслась. 3, 2, 1. Значит, смотрите, во-первых, идет ходьба и скалолазание. Я хочу просто, всего лишь хочу посмотреть, что дальше. Да, он хотя бы заберется, наверное. Давай, пиздак, забирайся. 3-2, да никаких 3-2, я просто хочу посмотреть, в чем гонка. Ой, понятно. Короче, ребята, нам надо его прокачивать. Нам надо его жестко прокачивать в скалолазании. Давайте этим заниматься. Скалолазание и бег. Вот как минимум эти вещи мы уже точно знаем, что нам необходимо хорошенечко ему зарядить. Прям по полной программе, потому что он очень плох. Давай наверх забирайся, ты чё, чувак? Ты чё меня пугаешь прям? Значит, мы с нашим маленьким пиздаком немножечко прокачали скалолазание. Там буквально где-то на 12. Совсем небольшой прокачка. Слушай, дорогой, да? И вот смотрите, и теперь мы продолжаем эндуранс. Вот здесь вот можно бег прокачать очень нехило. Вот конкретно на этом этапе. Смотрите. Во-первых, я думаю, нам надо собирать монетки помаленьку, если у нас-то, конечно, получается. Но не главное акцентировать свое внимание не на этом. Срать на эти монетки, по большому счету. Получится, соберем, не получится, не соберем. Важно вот что. Важно как можно дольше оставаться в живых. Здесь, если перейти за 4000 очков, что я сейчас попробую сделать,
мы прокачаем бег сразу, по-моему, мне кажется, ну, наверное, на 15 или на 20 единиц, я не знаю. Ну, до хрена прокачаем, до хрена. А про плавание я вообще молчу. Там в плавании на самом первом этапе можно очень нехило прокачаться. У меня это получалось, в принципе, за раз причем. Ну, давайте попробуем вот здесь. Смотрите, у нас уже 2000 идет. Уже 2000, мы сбегаем всех этих желтеньких треугольничков сраных. Так, тихо, в сторону, хорошо, хорошо, вот так. Нормально, нормально, получается, нормально. О, беги, чувак! Беги, да. Слушайте, нехилые такие тренировки у них. Камнями утят по голове долбить. Нормально, вообще жестокие тренера тут утячие местные. Мне кажется, даже людей никогда так не тренируют. А тут милые утята. Ну, что это за дела? Так, смотрите, 3200, 3300, нормально. Нормально, пока идем, пока выживаем, пока у нас все получается. Параллельно еще и монетки собираем. Ну, вообще крутые, вообще молодцы. Ну, пиздак-то он самая крутая утка в мире, вы согласитесь. Так, давайте теперь вот здесь вот собираем. О, в сторону, вот здесь. Вот так вот стоим. Безопасная зона. По-прежнему безопасная. В сторону отходим, все нормально. Нормально, смотрите, получается выживать. У нас неплохо получается выживать. Мы великие. Скоро 5000 будет. Скоро будет 5000. О, бежим! Бежим, тихо, сюда. Сюда, вот мы нормально сейчас бег прокачаем. Мне, в принципе, надо для начала... Вот, блин, уровень 12. Смотрите, нормально, четко. Ну и тут, в принципе, бежим, но здесь, по-моему, я... Если я не ошибаюсь, здесь у меня никогда особо как-то не выходило прям. Посмотрим, как будет в этот раз. 16. Смотрите, я очень долго бежал. Добежал до аж 2300. 2 километра 396 метров. Охренеть. И всего на 4 пункта. Ну, это как-то несерьезно. То есть, в принципе, не имеет никакого смысла, даже если ты хочешь прокачать бег, особо задерживаться. Ой, давай, вот так. Не имеет никакого смысла особо задерживаться, вот мне кажется, на первом и третьем этапах. То есть тут можно, в принципе, сразу проигрывать и потом стараться как можно дольше выжить на втором. Как мы прокачиваем плавание? Сейчас плавание я прокачаю достаточно быстро. Обращаю ваше внимание. Пока что в начале все спокойно. В начале мы даже можем пособирать монетки, потому что скорость еще очень маленькая. Мы, в принципе, можем себе позволить эту наглость, понимаете? Нам ничего не мешает. Да, видите, я даже успеваю как обдуривать этих аллигаторов сраных. Раз, тут тоже собрал. Все. Вот начиная где-то, наверное, мне кажется, с 5000... Или чуть позже, может, 7000 метров. Уже надо быть аккуратнее. Вот сейчас вот мы, смотрите, собираем монетки. Все, вот давайте вот эту последнюю заберем. И забиваем на это все болт, насрать на эти монетки. Теперь мы исключительно прыгаем. Теперь мы исключительно прыгаем. Смотрим внимательно за препятствиями. И вот так вот стоим в самом-самом конце. И перепрыгиваем их. И ждем, когда все это дело придет к сверх, блин, звуковой, сверхсветовой, мать ее, скорости. Вот тогда начнется настоящее веселье. Еще раз говорю, на монетки внимания не обращаем. Они нас будут сейчас только отвлекать и всячески способствовать тому, чтобы мы теряли рассудок, теряли бдительность, теряли внимание. Знаете, что единственное еще надо было сделать? Надо было сделать монитор немножко поярче, потому что мне сейчас отсвечивают лампы в глаза. Я когда один прокачивался, этого не было. Сейчас это немножко неудобно, и я плохо различаю эти сраные очертания предметов издалека. Ну ладно, неважно, смотрите, 20 тысяч. Можно дойти вполне до 30 тысяч. Это элементарно, в принципе, делается. Вот сейчас мы посмотрим, как у меня получится. Только я сейчас еще трендю при этом одновременно. И это, конечно, немного усложняет задачу, но где наша не пропадала, правильно? Будем тренироваться, будем пытаться, может, получится. Смотрите, 30 тысяч уже почти достигли, в принципе, по большому счету. Уже вот-вот и будет 30 тысяч. Так, ну ладно, не смотрим на очки, это будет меня отвлекать, если я буду смотреть на очки. 30 тысяч, я уже вижу, да, боковым зрением. Хоть и не смотрю, но все равно вижу. Так, окей, заныриваем, давай наверх, наверх. Вниз давай, вниз, наверх давай, утенок, пиздак давай, справляйся, молодец, молодец, мой хорош. Давай, да, вот так вот, хорошо. Вы сейчас увидите, за сколько мне прибавить, смотрите. 39 785, 19, сразу же 19. Вот так вот, ребята, мы прокачиваем плавание. Дальше уже, в принципе, дальше уже на самом деле не важно. Я буду прокачиваться исключительно на этом параметре. Я не буду тратить время вот на все вот это вот, оно очень мало прибавляет и, ну, реально, только больше отбирает. Плюс 22, вот так вот сразу. Короче, я сейчас буду вкачивать нашему новому утенку, пиздаку, все эти три параметра, и потом мы сразимся с тем гандоном. Значит так, прошло примерно полчаса, я неплохо прокачался и одной, и второй уточкой. И за это время я еще кое-что обнаружил, оказывается, 150 это ни хрена не максимум, смотрите. Да уйди, пиздак. Вот берем декальта нашего, декальта. Видите, у него энергия 159. Аж за максимум идет. То есть, если мы сейчас, к примеру, вот я вам демонстрирую. Так, уберись. Вот, смотрите, сжираем. Он первый. Ты первый у нас забежал, молодец. Смотрите, 162. Видите, то есть прокачиваться можно и дальше, оказывается. Это плохо, на самом деле. Это означает, что черт его знает. Может быть, мне надо до 200 поднимать. Понятия не имею. Но сейчас мы вступим, наконец-то, в бой. А, да, обращаю ваше внимание.
Вот параметры нашего пиздака. Забирается он 91 на скалы, бег 84, плавание 83. Прыжки не качал, вроде не понадобится. Полет 0, поэтому ты, сволочь такая белобрысая, можешь угомониться. Старт рейс, все, полет 0, я не умею летать, как и ты. Давай, я тебя и так сдрючу без полетов. Отлично, смотрите. Оп! Пока что мы идем практически вровень. И вот на плавании его сделай. Есть, первое место. Там сраный миллиметр, клювик гребаный. Но я все-таки его победил. И 200 баксов, смотрите, 200 баксов мне за это дали. Все, у меня теперь спокойно совесть. Я прошел все эти гонки. И теперь возвращаемся в вулкан. И смотрим, что у нас тут такое. Значит, смотрите. У этой горы чертовски сильные, крутые подъемы. Тебе лучше быть хорошим забирателем. Уровень 120 и выше. Если выиграешь, получишь зеленый ключ и денежки. Старт рейс, понеслась. Конечно же, декаль. Дурацкий вопрос, кого еще? Погнали! Итак, смотри. Ого, ни хрена себе они гонят. Вот это... Оу! Да кто там такой? А сколько мне еще прокачаться тогда? Давай быстрее, быстрее, чё? Декальт, ты сможешь! Ха-ха-ха, декальт, я... Нет, второе место! Блин, слушайте, ну это было очень близко. Подожди, давайте попробуем с этим. Это место великолепно, здесь столько прыжков и забираний. Все люди должны оставлять вещи на земле, вроде оранжевого ключа. Хочешь его? Попробуй победить меня в гонке. Какие люди? Тут не люди, тут утки, дурачье. Давай, декальт, конечно же. Так, посмотрим, что у нас с этим будет. Тут еще прыжки, смотрите, мы хоть перепрыгнули нормально. Так, он бегает быстрее. И забирается бы, я не понял, да сколько ж можно? Что, он еще и пла... О, ребята, нам еще декаль до прокач... Ой, полеты еще! Блин. Так, я понял, хорошо. Давайте тогда, значит, с полетами вначале разберемся. Мне кажется, полеты это наша больная тема, судя по всему. Летаем мы, ну, совсем-таки хреново, согласитесь. Но ничего, сейчас прокачаем, нормально. Так, ловим эти шапочки, или это жрачка, или это шапочки. Не знаю, мне писали, что это жрачка, но похоже на шапочки. Короче, хрен разберет. Вот здесь вот, по-моему, нет смысла, тут мы особо не прокачаемся на этом этапе, мне кажется. Ну ладно, сколько прокачаемся? Хотя бы несколько циферок больше будет, и то, в принципе, неплохо. Давай, оп. Слушайте, ну реально, дальше уже ставки пошли, черт возьми, серьезные, вы сами все видите. Дальше уже серьезные дела, как говорится, уже все у нас не по-детски, все по-взрослому. Уже настоящие сенсеи, утячьи сенсеи, крякающие. Такие, уйо, квак-квак, такие вот крякающие сенсеи, они прям нам просто раздают по полной программе. Да вообще нельзя расслабляться, тренироваться, еще раз тренироваться. Жестко, с чувством, с толком, с расстановкой. О, зашибись, 121, ну ладно, хорошо. Так, раз, понеслась, два, понеслась и... Как-то вот так вот, что ли, не знаю. Вот здесь вот я никогда не могу попасть. 123 плюс 5. Прокачали полеты. Давайте, что еще прокачаем? Бег, я думаю. Бег не помешает прокачать наш декальт. Просто он хреново бегает, на самом деле. Вообще, хреновый бегун наш декальт. Хреновый бегун, хреновый плывун, хреновый летун, хреновый заберун. Все хреновый. Охренеть. Зашибись. Ну и все. И здесь я, наверное, даже не знаю, есть ли смысл. Давайте тут, наверное, не будем. 143 плюс 12. Нормально. Теперь болото. Болото, погнали. Так, тренируй меня, чувак. Сейчас мы с вами хорошенечко прокачаем плавание тоже, чтобы мы прям всем там, ух, чтобы когда мы будем плавать, чтобы все просто брызги от наших утячих лапок ловили себе в рожи. И все, и больше ничего им ловить нечего там абсолютно. Никакой победы, что они там думают. Победят они Декальда. Да как вы Декальда победите? Вы посмотрите на Декальда, это чемпион. Это самый, о, давай бери монетку, молодец. Это, о, тихо, так, вниз, вот сейчас, короче, надо забивать на монетки, потому что я хочу опять зайти за 30 тысяч очков. Это было бы неплохо, на самом деле, за 30 тысяч метров заплыть. С этого момента начнется прокачка моего плавания просто охренительно. Так, ну давай, вот эта монетка, она уже как бы в руки сама просится, поэтому здесь мы не будем брезговать особо. Возьмем, так, опускаемся вниз, нормально, вот это ловим, тоже оно как бы само просится. Все, на монетке забиваем, все, дальше нельзя, дальше уже ускоряется, дальше уже идут совершенно серьезные, что называется, диала, я уже начинаю сбиваться, блин. Третья серия подряд, реально, мне эти утки сниться будут, серьезно. Я буду, наверное, во сне нажимать влево-вправо, прыгать просто через эти воды, через все эти дела. Так, окей, значит, 18 тысяч, так, понеслась, 19 тысяч, 20 тысяч. Все, мы за 20 тысяч уже перешли, ребята, отлично. Сейчас максимальная сосредоточенность.
сосредоточенность, сосредоточенность, не знаю, я в ударениях не силен, неважно. Короче, прыгаем, перепрыгиваем, переныриваем, перепрыгиваем, все делаем, все делаем. Ой-ой-ой, вот это зря, вот это зря. Тихо, 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 крокодильчик, тихо. Все, не трожь меня, крокодильчик, крокодильчик, хороший крокодильчик. Крокодил, додил, додил, да, молодец. Так, все, перепрыгиваем, вниз. О, 30 тысяч, ребята, уже. Ну что, на 40 пойдем, пойдем на 40, декальт. Давай попробуем пойти на 40, может получится. Так, в принципе, вполне может получиться, уже когда-то получалось. 35, смотрите. 36, ой-ой-ой, хорошо, хорошо вниз занырнули. Хорошо, четко прямо вниз занырнули. Декальдушка, ты мой! Ах ты! Блин, 40! Давай, а 39, 740. 158, ребят. Ну, слушайте, так, вот здесь мы пропускаем, тут почти не прокачаемся. А вот здесь вот давайте попробуем. 160 сейчас будет. Плюс 159. Всего! Идеальный прыжок сделал. Почему только на одно прокачало? Ну ладно, хорошо. Итак, трепещите, смертные. Посмотрите только на мою уточку, да. Мне пришлось некоторое время... Декаль, ты где? А, вот ты. Мне пришлось некоторое время повозиться и гляньте теперь мои параметры. Скалолазание 152, полет 151, бег 153, плавание 159, энергия 162 и прыжки 138. Давайте уже, я решил все прям долбануть по максимуму, потому что я чувствую, что, наверное, так и нужно. Чем дальше у нас все, тем страшней. Поэтому прокачиваем сейчас прыжки, давайте, до самого просто вот максимального уровня, какого только можно. Ну, точнее, до 150, можно, наверное, вообще, да, мне кажется, да хоть до 1000, если есть такое желание, но мы уже не будем. Мы уже не будем, мы прокачаем их вот так, как мы сможем. Давайте, смотрите, раз, два, теперь прыжок номер три, давай, ах, блин, 145, все равно нормально, смотрите, теперь вот так вот, оп. Теперь вот так вот, раз, ай-яй-яй, куда? Еще, тихо, тихо, ровно, ножками ровно, говнюк тебе говорят, так. О, смотрите, ну хорошо, ладно, что-то мне там засчитали, по-моему, хотя почему засчитали, непонятно. Стоп, еще раз, раз, два, есть, хорошо, сделали трюк. Теперь сальто назад, говорю, раз и два, есть, отлично, четко, зашибись. Теперь на спину, хорошо, а теперь с живота получается на... Ну это вообще легко, слушайте. И вот такой сальто вперед. Сальто вперед, успею. 4 секунды еще есть, успею. Так, одна. Ах, черт, не успею. 150. Ровно 150. Смотрите, ну все, теперь мы просто машины для убийства, для гонок, для всего на свете. Давайте, наверное, направляться в вулкан. И посмотрим теперь. Посмотрим теперь, что нам скажут. Значит так, вулкан выглядит так, как будто он может взорваться в любую секунду. Я нашел этот красный ключ на полу. Ты можешь... открыть его. Ты можешь иметь его, если победишь. Возможно, он откроет ту коробку рядом с магазином. Старт рейс. Понеслась. Декальт, конечно же. Ну, теперь я должен их всех поиметь. Если не сейчас, то я не знаю, когда. Ого! Вы видели, как они... Они стартанули, как ракеты какие-то. Да ну ты че... Ого! Ого, ни хрена себе. Он просто так-так-так-так перепрыгнул. Отлично! Вот это я понимаю, ребята. Вот это мы сейчас вас всех поимеем. Все, я чувствую, что это конец, ребята. Это конец. Мы сейчас можем поиметь кого угодно. Давай, это место великолепно. Он это уже говорил. Понеслась. 3, 2, 1. Ну-ка, ну-ка, ты, маленький говнюк. Что ты можешь мне противопоставить? Ага, давай, заберись, как я. У-у-у, не. Это все, а я еще и на плавании там хорошенько. О-хо-хо-хо! Как это классно! Я ощущаю этот триумф, ребята. Это просто охренительно. Глотай мою пыль, маленький фиолетовый козленок. Козленок, я не знаю, почему назвал его козленком. Козлом слишком грубо, утенок слишком милый, но по факту он утенок. Почему козленок, я не знаю. Понеслась, короче, старт рейс. Неважно, неважно, как я их назвал. Важно, что я победитель всего и вся. Давай, Декальт, давай к финишу. Ай да, молодец. Слушайте, ну они как-то... Вы заметили, что они как-то не шибко и отстают? А, ну сейчас уже, конечно, да, но... До этого мне как-то... Я даже сомневался как-то в своей победе. Ну окей. Меню. Итак, где тут турнир местного разлива? Вот туда мне куда-то нажимать или куда? А, ключ! Ключи, ключи. Я же получил ключи, я теперь должен. Давай, вот. Открываем. Вопросительный знак. Эта коробка закрыта тремя цепями. Тебе нужно три ключа. Ну хорошо, открыть. Это детонатор. Интересно, что произойдет, если ты его нажмешь? Я не знаю, взорвется, наверное, что-то. Чувак, ты что это? Логику не проходил, что ли, там, в школе, в институте, где-нибудь еще? Сейчас, наверное, вулкан хреначит, да? Бум, да? О, я был прав, смотрите. Из вулкана полилось. Это что? Ты осмелился взорвать мой вулкан? Куик-куик,
Давай посмотрим, сможешь ли ты гоняться так же хорошо, как уничтожать вещи. Удачи, поскольку я непобедимый чемпион утиных гонок. Квак-квак. Ну давай посмотрим, непобедимый чемпион. Так, значит, Декальт, я тебя прошу, слушайте, я не знаю, насколько надо было, может тут надо на 200 вкачивать, чтобы этого гондона сразить. Ну давайте проверим, не знаю. Так, понеслась. Это финальная гонка. Декальту понадобится помощь, чтобы победить этого парня. Он сможет ховер и быть на огне без смерти. Используй стрелочки, чтобы контролировать Декальда, и нажимайте вверх, чтобы прыгать. Выиграй гонку и убедись, что ты не касаешься лавы. Я еще и должен буду управлять им, что ли? Ну-ка. Так, окей, давайте попробуем. Господи. О, господи. О, ребята, вот это уже... Ну, я опережаю. Я его, в принципе, опережаю. А, господи, какой кошмар, ужас. Твою мать, всякое говно тут валится. Давай, давай, давай. Давай, перепрыгиваем. Нормально. Не проигра... Ах ты, мать твою, Декальт был отправлен в больницу и спустя 4 недели восстановился. Больше я никогда не коснусь лавы. Квак-квак. Конечно же, гоняться снова. Слушайте, вот это... Ну, вот это уже челлендж. Я думал, я буду смотреть, как они... А я не буду смотреть, я буду живым участником. Ну ладно, хорошо, давайте. Так, значит, Ника... Да чтоб тебя, а как я это сделал в прошлый-то раз, блин? И зачем вообще тогда тут нужно качать навыки, если ты сам бежишь? А, ну хотя, в принципе, его скорость могла быть намного... Давай, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, значит, болиться было хреново, согласись, болиться было хреново на этих харчах этих непонятных. Куриный корм давали. Представляете, мне утки давали куриный корм. Куда это годится? Говорят, другого нет. У нас больница, знаете, не для миллионеров, не для Рокфеллеров. Да мне... Все? Это все? Я победитель всего и вся! Есть! Квак-квак! Просто это такой боевой утиный клич. Квак-квак-квак-квак-квак-квак-квак. Декальт, ты новый чемпион утиных гонок во всем мире. Отлично. Вот твоя корона для короля уток. Какой утке ты хочешь отдать корону? Извини, пиздак, извини. Ты, конечно, хорошая утка, но все-таки посмотри, сколько Декальт работы-то провел. Как он старался. Как он долго прокачивался. Поэтому, Декальт, ты заслужил больше. Ты также выиграл таинственное яйцо. У него есть контрольная панель на стороне. А, то есть я могу... Ух ты, вот это, по-моему, прикольно причислено. А ну, какие еще есть? О, шляпу любую можно взять или что? Так, так, подождите. Ох ты, нормально. Так, а, ну это, в принципе, наверное, не так... Не, я не хочу, чтобы он был хмурым. Ну, вот это получше как-то. Ну, не знаю, вообще мне больше нравятся, наверное, все-таки круглые глаза. Вот такие. Давай сделаем ему красноглазый викинг такой будет у нас. А это цвет получается. Ага. Ну, даже не знаю. Голубой, синий... Хрен его знает. Какой у тебя больше... Вот, давай, вот, может, вот так. Вот такой вот я даже. Да хрен его разберет. Ну, вот, оранжевый, зашибись. Все, продолжить. Итак, дай своей утке имя. Майндак. Майндак, утка, моя утка. Майн. It's mine, duck. Майндак. Ничего, опять-таки, ничего, если кому что-то там майндак, что-то пошлое показал. Ничего пошлого абсолютно нет. Вы это самое. Вы нехорошо. Нехорошо так мыслить, ребята. Везде вот видеть такие вещи. Нет. Моя утка. Наконец-то ты выиграл аркадную машину. Играй в свои любимые тренировочные игры на вулкане. Продолжить. Слушайте, как до хрена всего я выиграл. Ух ты! Так, смотрите-ка. Значит, теперь мандак, пиздак и декальт. И наш Декальт имеет право сыграть... Так, смотрите-ка. Выбери мини-игру. О, то есть я могу взять абсолютно любую. Например, допустим, swimming, да, endurance. Раз. Ага, зашибись. И я теперь с короной. Я теперь с короной буду поразить эти канализационные пространства. Зашибись. Ну окей, допустим, я проиграл и что? А, и теперь мы можем либо отмена, либо выбрать какую-то другую. И, соответственно, также ее... Господи, куда меня выбросило? И, соответственно, также ее прокачивать. Ну все, ребята, что сказать? Я великий утиный король. Склонитесь предо мною, смертные. Я вот к вам вот троим обращаюсь. Быстро склонились перед утиным королем. Я не понял, какого хрена? Ну, не хотят, так не хотят. Я потом возьму какой-нибудь тяжелый скипетр и начну тут резко править. Ну чё, это было круто. Наконец-то я это дело осилил. Все, я так понимаю, мы абсолютно все прошли. Вулкан, пожалуйста, больше делать здесь абсолютно в этой игре нечего. Денег у нас дохренище, 1696. Можно, конечно, за дохренище еще всяческих уток себе накупить. Но я уже не вижу в этом смысла. Все посмотрели, все прошли, все достижения открыли.
давайте на этом в таком случае заканчивать. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.